Я слышал о тебе. Не думал, что ты настоящий. Иногда чересчур. Возвращение Бэтмена на большой экран — это всегда круто. Я собираю команду. Людей со способностями. Не договаривай! Я за! Как фанат, я был в диком восторге. Никак не мог поверить, что стою рядом с Бэтменом. Бэтмен впервые понимает, что в одиночку он не справится. Вот и пожалеешь о временах, когда нашей главной проблемой были заводные бомбы-пингвины. Простая жизнь. В «Лиге справедливости» мы видим, как меняется Бэтмен. Из «Мстителя-одиночки» он превращается в вербовщика и лидера. Мы станем свидетелями того, как эта команда спасает мир. Какая у тебя суперсила? Деньги. Я не узнаю этот мир. Ты не должен его узнавать. Ты должен его спасти. Мы должны быть готовы.